Добрый день. Заехали к человеку в гости. Зовут его Эрнес. Хочу показать его голубей. Такие вот бакинцы. В основном белые. На паузу, пойду другой отсек покажу. Так, вот это уже отсек с моздовской птицей. Вот такие вот белые, дикие моздовские. Вот там у них минералка, они кушают. Вот они. Дикие. С моздовской птицей. Да, есть артикты. Такие вот моздовские. Назад повернусь, покажу вам еще белохвостых, покажу сейчас. Вот этот отсек, вот они наши, вот орджоникидзевские белохвостые. Отдельный отсек чисто для белохвостых. Такие уже сейчас пойдем в другой отсек. Сейчас покажу еще голубятня в три отсека. Сейчас покажу еще. Вот а еще. Сюда сейчас выйдем, тут светлее. Вот большой отсек. Вот тоже вот все по моздовской птице белые. Дикие. Юра, вот сейчас сюда. Белохвостые. Вон пара дикоплечих сидит. Темновато вон в углу. Вот они.
правда, немного темновато вот здесь. Вот оно, белохвосты паруются. Две пары белохвостых в этом отсеке сидят. Вот она пара, вот он был, снизу паруется. Пара павлинов. Здесь вот. Такие вот отсек тоже с моздовской птицей, белые, дикие, белястые, даже не белястые, молочные. Вот они. Никовыцы, вот так дрыгает. Белый моздовский. Ой, еще один подходил. Вот такие вот. Вот такая вот красота моздовская. Это же племенные, потом молодежь. Вот молодежь, вот это так и скажи. Да, вот это вот. Это старые. Это рабочие. Как бы, рабочие. То, что был первый отсек, там были молодежь, это вот все из-под этих. Это вот именно родители, взрослые пары, сбитые. А вот в том отсеке, вот этот вот отсек, это уже здесь, в этом отсеке, это вся молодежь, которая была получена вот от этих голубей. Вот такие вот голуби вывернутся. Ну и еще вот там туда дальше есть еще выход на крышу, там есть вольер. Ну там сейчас туда не пойду, там чехи находятся. Птица летает, открывается, выпускается, так же как и бакинцы. Бакинцы тоже вот в том вольере, они точно так же по очереди. Сначала чехи гуляют, на следующий день гуляют бакинцы. Гуляют, вылетают. Ну вот моздовские птицы не гоняются, выходят в вольер гулять, но не гоняются. Выходят на улицу вот туда, вон они чехи пошли, вольер выходят, там открыто сейчас, они свободно вылетают и летают. Вот такая вот большая голубятня. Вот, вот такие вот белые, вот они, моздовские. Вот там какой бабай сидит. Вот он. Пара белохвостых паруется. Белые. Вот так вот. Ладно. Еще заехал голубятник. Вот так же повторюсь. Зовут его Эрнес. Вот такие голуби он держит. Все. Всем удачи. Всем пока.